Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы находитесь на канале питомника «Хвойный дворик» и с вами Евгений Филимонов. С 1 апреля мы начинаем отправку заказов предварительных, которые были заказаны в течение 10 месяцев, то есть с июня прошлого года. Хочу отметить даже, что в этом году будет также в июне месяце будет прием предварительных заказов на осень 24 и весну 25. Ну а теперь к самому главному из новостей, то что мы начинаем отправку. Первыми, конечно же, заказы будут отправляться в южные регионы, в Крым, Краснодарский край, ну и остальной юг тоже. То же самое будет. Первыми будем прозванивать людям и отправлять. Это одно. Второе, пойдет уже там дальше Москва, Урал, потом, ну, Сибирь, соответственно. Ну, кому надо пораньше, пожалуйста, звоните, пишите. Я откликнусь, сориентируемся по отправке, сделаем пораньше. А так все в порядке очереди пойдет, конечно же. Ну, естественно, южные регионы, как я и сказал, будут первыми. Первыми это однозначно, потому что у людей уже жарко. Самовывоз. Если вы приезжаете на самовывоз, мы работаем с 9 до 17.00. Понедельник выходной. Ну, первого понедельника у нас, но мы будем уже работать. Поэтому приезжайте. Ну, желательно прозванивать, чтобы вы знали хотя бы наличие, или посещать наш сайт, чтобы вы ехали за тем, что есть в наличии. Мы не перекупаем, мы не привозим ниоткуда. То, что вырастили, то и продаем. Поэтому на весну ассортимент очень скудный. И весенний сезон, он очень короткий. И это будет продолжаться с 1 апреля по 20, по 25 самое большое. Потому что там дальше начинает ель бить почку, а ее нельзя ни отправлять, ни выкапывать и пересаживать. К сожалению, большому. Но опять же, повторюсь, кому надо побыстрее, например, там, кто живет в Сибири, но готов принять, там у кого-то есть тепличные условия, кто готов выращивать, ради бога, как бы мы пойдем навстречу, конечно же, отошлем в первых рядах. Ну что, по отправке. Ну, как мы отправляем? Мы отправляем, собираем заказы, утром выкапываем, собираем, упаковываем. И после обеда я уже отвожу их в СДЭК. Это одно. Второе, и на почту. Второе, почта, да. Почта плоховато работает, поэтому насчет почты сейчас сказать трудно. Во-первых, они поменяли там режим работы, там у них 3 выходных, что ли, там кошмар, в общем. Ну, отправляем их в субботу, воскресенье, то есть будем работать плотно по заказам в основном. Те, кто заказывал, будут получать уведомления, накладные, по которым могут отслеживать заказ. Ну, в принципе, на этом и все, что я хотел сказать в этом небольшом ролике. Главное, что вам нужно знать, эта отправка началась. И если вам нужно побыстрее, вы, пожалуйста, нам или напишите на электронную почту, или на WhatsApp, куда можете, туда напишите, чтобы мы знали. А потом просто люди теряются, и потом уже мы-то по очереди доходим, например, 20 апреля подходит, они звонят, а где мой заказ? Я просила там 1 апреля. Понимаете, за всеми все равно не уследишь. Мы, конечно, там помечаем где-то, но если вы просто сказали до 1 апреля по телефону, это не значит, что я запомнил. Поймите, заказов очень много. По 15-20 заказов будет уходить в день, поэтому трудно сориентироваться.
Так, по форс-мажору, какие форс-мажоры возникнут, сразу же звоните мне, говорите, чтобы мы с вами сориентировались, я имею в виду с вашей стороны. С нашей форс-мажоров никаких не должно быть, по идее, ну, пока что все нормально. Мы готовы к отправке и, ну, трудоспособность наша, как бы говорить, на высоком уровне. Да. И что касается сроков, опять же, поймите, мы будем рассаживать вот это все, все свое, то, что мы запланировали рассадить, то, что останется, после того, как отправим все заказы. И сеяться тоже будем после этого, и черенковаться после этого будет, будем. Поэтому у нас будет уже жарко, я знаю это. Поэтому, поверьте, какая погода у вас, это мало влияет на саженцы. Влияет больше, какая погода у нас. Поэтому, когда вы торопите нас, это не значит, что это есть хорошо. Она придет у вас, например, снег лежит. Или возвратные заморозки вернутся. То есть, смотрите уже сами. Там уже... определяйтесь. Ну и желательно, чтобы у вас уже все готово было. Земля, то есть, была готова к посадке. В северные районы, я понимаю, там Сибирь, и вот, ну, где холодно. Я понимаю, что у вас там холодно, и отсылать как бы рано вам еще. Но если вы подготовите всю грядку, или хотя бы сделаете в тепличке прикоп, то есть земля должна быть оттаившая, конечно же. Можно разложить их там, дождаться теплого времени суток и рассадить. Но при этом поливать, естественно, и ухаживать за ними. Ну и притяните обязательно в прикопе. Как прикоп делается, я обязательно сниму видео. Ну, сейчас будет выходить видео почаще, потому что у нас там и черенки будем открывать, смотреть, что с ними случилось за год. Ну, и там и остальное будем. Здесь некоторое просто замедление произошло, то, что у нас тут, ну, как вам сказать, мы бухгалтера завели, кассовый аппарат поставили, там, в общем, довольно много с этим все надо было работать, и видео снимать некогда было. На данный момент, да, сейчас пойдем, а когда отправим заказы, да, там много информации я буду снимать, для вас, я думаю, будет полезно. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы знать не только новости нашего питомника, но и довольно интересную информацию. Ну, ту, которую я вам подаю, так, как делаю я. Не так, как там советуют многие. Я вам честно говорю, вы посмотрите меня, посмотрите другие ролики, а потом уже определяйтесь. Может быть, вы со всех одно соберете и сделаете по-своему. Ну, на этом, уважаемые друзья, все. Еще раз повторюсь, с 1 апреля мы начинаем отправку. Все, отправка пойдет. А там уже по ходу звоните, пишите. Телефоны все на нашем сайте. Сайт всегда в описании под любым роликом. Пожалуйста, заходите, подписывайтесь. Всего доброго вам. Удачи, всех благ.